Нарушается закон, федеральный закон о выборах. Записано не в ту строчку, не дают. Слушай, я тебя сейчас выкину. Смотрите, как ведет избирательная комиссия себя на месте, на избирательном участке. Вранье одно. Записывают не в те строки, где... Он ходит, он смотрит мне в паспорт. Отойдите, пожалуйста. Что это такое? Это подставные люди. Вот я выписку эту не сделала. Выписку вы не сделали. А куда пошли люди? Они пошли по заявлениям. Вот это серьезно. Они как они могли пойти без реестра? Ну, заявление же есть, если адрес, есть, да, есть телефон. Есть какая-то мотивация не давать мне заявление. А почему они без бюллетеней не пошли? Я не понимаю. Ну, как почему они без бюллетеней не пошли? Это реестр, выписка из реестра, такой же основополагающий документ на том голосовании, как и все остальные документы. Ну, вот случилось так, потому что мы не успевали уже. Давайте, быстрее. А подскажите, вы с какой организации? Ну, откуда вас возят-то, скажите? Со второй Хабаровки. С какой организации? Ну, я спрашиваю, потому что нельзя организовывать подвоз избирателей. Откуда не подвозились? А скажите, вы с какой организации? Я? Да. Из какой? Это мой личный автобус, конечно. Да? Да. Ну, и все-таки. Что? Закрывай ворота, поехали. Ну как, закрываю ворота? Я не закрываю еще ворота. Давайте мы сейчас полицию подождем. Дождемся. Закрывай. Подвоз избирателей запрещен действующим законодательством. Каким? Каким? Российской Федерации. Да. Ты его знаешь. Знаю. Вот, все, до свидания. А ты кто такой-то вообще? А? Ты куда поехал? Закрывай, ты куда поехал? Фонарь. Ворота закрывай. Ну куда я не закрою ворота? Чмошники, блядь. Так пожалуйста, что? Что? Вы вывезли пакет из избирательной комиссии. Я не вывезла. Что за пакет вывезли, пожалуйста, скажите. Вы покажите, что у вас здесь. У вас там бумаги документы. Вы сейчас идете в свое помещение. Уважаемый товарищ, подойдите, пожалуйста. Потому что президентная комиссия сейчас явно нарушает. Вот они свёрток. Видите? Что это такое? Что это такое? Покажите. Заявление. Покажите. Почему вы вывезли заявление в реестр? На основании чего? На основании чего вы вывезли? Что это за документ? Это реестр избирательных. Давайте так, смотрите. Если это избирательный документ, да, вы обязаны показать при первом требовании. Покажите. Ну покажите, достаньте. Ничего страшного. Почему вы вывезли? Ну, покажите. Проверить, что ли заполнено. Покажите, представьте, потому что нам не вызывает сейчас наряд полиции. А заявление это... Это заявление, которое вы... Мне нужно было посмотреть, когда осмотрели, сказали, что не все заполнено. То есть вы лично взяли заявление и реестр и вывезли с избирательного участка, не уведомив об этом никого? Да. Это документ избирательной комиссии, их нельзя вывозить никуда. Вы нарушили, понимаете? Я понимаю. А зачем вы это делаете? Для чего? Мы сейчас, должны, вы не имеете права вносить, вы сейчас должны это наряд отдать. Вот здесь вот три члена комиссии. Вот, пожалуйста, вывезите, вызывайте наряд, внесите закон. Присядь. У нас здесь уголовное правонарушение. А почему у вас 8 бюллетеней? Хороший вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 бюллетеней. Да, пойдем. Я во всем сознаюсь, если нужно, я скажу паспортные данные, имя и фамилию. Хорошо. Ну, то есть бюллетени вы получали не на участке? Да, я получал не на участке. Тут нет. А где вы, в каком месте вы получали? Станция метро Автово. Метро Автово. Прямо у самого метро или? Я, если честно, точно не помню дворик, но там. Прямо рядом с метро, да? Да.
А как это выглядело, что это такое? Ну, легко я просто там тянул по типу. Ну, да, понятно, что как она выглядела. А, это был конверт запечатанный, mm-hmm. вот и все. И в нем было 8 бюллетеней? Вот, нет, в нем было 4 бюллетеня. 111.38, что это будет? 149, да? Ага. Сейчас все дорогие. Да, да, да. Смотри, все. Эй, полиция, можно вас? А, да, сейчас, товарищ, сейчас не нужно жаловаться. Ну что он? Ходит, все снимает. Он никакой не кандидат, не наблюдатель, не совещательным голосом. Прошу вот вывести, так, товарищ. Это девушка, да. Телефон, вы не имеете права мне снимать. Нет, не имеете. Вы имеете право снимать. Асоль, возьми телефон, забирай. В смысле посмотреть список? Так, я его визуально. Умер. В прошлом году, 15 июля, от коронавируса. Он есть в списках. Кто его будет заполнять? Никто, да? Или, наверное, кто-то? А кто может заполнить? Ну, мало ли, я не знаю. Ну, извините, вот при посторонних людях мы же тоже не будем, это не входит в наши обязанности. Подождите, он в списках есть. Он выписан уже, вы понимаете, выписан уже. Как вы делаете в списке, или он уже выписан? Мы ничего не делаем. Ну, откуда вот эта бумага? У меня претензии. У меня муж 12 лет назад умер. До сих пор он в голосовании. Каждое голосование я говорю. Мы уберем, мы уберем. Так, Гарик, вот так, вот так засовываешь, или просовываешь, и вот так делаешь. О, господи! Так, здесь у нас произошел подвоз транспорта «Саханефтегаз». Вот автобус у нас с надписью «Сахатранснефтегаз». Сейчас зайдем вовнутрь школы. А вот еще, вот смотрите, вот подъехал автобус, вот зашли люди, люди идут с этого автобуса. Вот подвоз. Авиакомпания «Полярные авиалинии». Пошли. Вот целая толпа. Произведен подвоз избирателей. Авиакомпания «Полярные авиалинии». Сейчас заходим в школу и будем наблюдать большую очередь. Подвоз наблюдателям запрещен законом. Избиратели запрещен законом. Пройдемте со мной, это будет не стоит, я потом. Вот смотрите, сколько народу. Участок 112. Приехал посмотреть. Смотрите, сейф развернул, говорит. Сзади ничего нету. Все проверяйте, смотрите, давайте. Всем. Место хранения сейф пакетов. Смотрите, все стенки. В части должны были поставлены быть вчера. Возможно. То есть вы занимаетесь штамповкой бюллетеней, правильно я понимаю? Вот здесь нету штамповки, правильно? Молодцы. А чем вы здесь занимаетесь, извините меня? Почему на бюллетенях нету штампа? Почему сейчас я сижу, слышу, что здесь штампуют? Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь нету штампа, а здесь есть. Вот печать. Молодой человек сидит, штампует. По мне? Да, как пойдемте будете объяснять? Писать. Пойдемте, писать. Пойдемте писать. Ну вот это, собственно говоря, участок 2808. Вернулись с надомного голосования. Вот так замечательно выглядят стопки с надомного голосования. Вот так вот.
Поднимите его, пожалуйста. В смысле? Он, наверное, там крепится, что ли, должен быть? Ну, должно крепиться, наверное. А здесь винтики, наверное. Но не закреплен. Чик, галочки идут в пользу кандидатов каких-то непонятно. Штампуем, штампуем. Ну, наверное, спрашивать не надо, для чего. Просто ребенок в этой школе учится. Вот так вот. Молодой человек вынести. Бюллетени? Офигеть! Бюллетени пытался вынести с участка. Бюллетени. Так. Ты что творишь? Полиция, это что спит-то, Он выносит. Бюллетени были вынесены сейчас с избирательного участка. Слушай, дружище, давай с моими пропорциями, а? Так, вот. Так, считаем. Раз. Ушел. Два ушел. Третий ушел. Четвертый ушел. Пятый. Шестой. Ага. В два раза больше. Седьмой. Восьмой. Сейчас она отвалится. Восьмой. Все. Поедет домой, куда не пойдет. Не знаю, что это. Ну, как бы к этому идет. Все. Звонили? И он так перемешался. Ну, очень нет. Нет, они просто вложили, как получилось. Больше вот, ну... Так у вас завтра эти люди опять первые... пойдут на домное голосование? Нет, нет, нет. Они, нет. Они не пойдут уже, так что... Нет, ну не плотно там что-то было. Мы затянули, видимо, низ. Раскрылся и... А, то есть у вас он открывался прям? И... Ну, он упал. Ну, ну они просто положили. Высыпались их, на землю. Они, да, и высыпались. Да, они положили. Новые поставили после этого? Нет, закрепили. Мы ее не закрепили.
А, у вас изначально? Изначально, да, изначально. Ты их кто-то собрал? Вот. Пожалуйста, я еще раз говорю, вы хотите, пишите, что хотите, посмотрите. Еще раз говорю, если вы говорите по поводу этого. Так. Как это произошло? Я не знаю, как произошло, я не участвую, но могу вам сказать, каким образом. Давайте проверим, кто здесь был. Кто участвовал в этой, кто ходил в этой комиссии? Где председатель комиссии? Где председатель комиссии? Председатель комиссии просто ушел. 8.25, 17.09, 8 часов 25 минут, вот граждане решили массово прийти и проголосовать. А вот автобус остановился там. Сзади него идет куратор и кричит: сюда, сюда проходим, ребята. И вот ребята сейчас на голосование пойдут автобусом еще одним. А вы с какой организации? До сих пор САЭРа, что ли? Как много-то у вас САЭРа? Так, ну вот, в принципе, автобус. Ой, сушки. В метрах 100 автобус поставили. Ночью вот. Опускали. Ночью наблюдать. Прошу обратить внимание на часы, товарищи, часы. Часы. 17 число. 19.20. 19.20, второй телефон. Часы. Просто домой. Часы. Видим, что уже огромное количество голосов в урнах. Урны не опечатаны должным образом. Они опечатаны. Имеется доступ. Не уберите должен. Руку, пожалуйста. А зачем вы ломаете? Уберите ящик? Руку, пожалуйста. У вас урна не опечатана. Я не ломаю ящик. Вы ломаете ящик. У вас не опечатаны предусмотренные места. Ящик. Открывай здесь. Урны не опечатаны. Урны не опечатаны. Вторая то же самое. Не опечатана урна. Урны открыты. У вас открытые урны. Урны открыты. Урны открыты. Вы ломаете ящик. Мы ломаем ящик. Вы ломаете ящик. Товарищи наблюдатели, у вас есть претензии по поводу неопечатанных урн? Нет. А вы наблюдатели откуда? От Единой России. Можно посмотреть? Единая Россия, а вы откуда? Единая Россия. Вы тоже Единая Россия. А вы два наблюдателя от Единой России? Да. А вы общественная палата. Но вы вместе, да? Я вас понял. Товарищи наблюдатели, у вас есть претензии какие-нибудь по этому? Я говорил по этому поводу видео. Так, ну то есть вы не согласны с этим? Да. Понятно. Барбин. Хорошо. Так, один человек быстро туда. Быстро на тот участок. Человек любой. Заберите удостоверение, смотрите, вдруг там то же самое. Это надо устранять. А как его прикрутить? Не знаю. Вот так вот опечатано урну теперь. Это исправили. Опечатано, опломбировано. Все, 8 часов. Открываем участок. Город засыпает. Просыпается избирательная комиссия. Съемку и сфотографировать. Нет. Татьяна Александровна, пригласите, пожалуйста, Ольгу Анатольевну. Наталья Михайловна, ну это же очень понимаю, взрослый человек. Я думал, у вас тут так все хорошо. Нет, у нас все хорошо. Надо. Не, ну с той стороны ключ нет, и дверь. Нет. Ну это как это? Это просто ноу-хау. Нет, так смотри, вот здесь полноценная дверь. И, соответственно, она просто открывается с той стороны. Понятно. Да, я вижу.
Так а что будем делать? Нет, мы не смотрели, вы принесли, поставили. Нет, я к вам нет вопросов, но это же... проблем, как бы. Вот, поэтому... Нет, вы не можете. Да я могу снимать, но, Наталья Михайловна, вы же прекрасно знаете, что я могу снимать. Я же не личные данные снимаю ваши или избирателя персонально, правильно? Сейф с двумя дверьми, товарищи. Ну как не можете? Ну вот же, я же вот при вас. Так значит, слушай, на всех участках такие. Да, это везде одинаковые стоят. Сейчас вернемся туда. Не, ну это не, надо. Давайте вызывать кого-то из конечно, полицию, из ТИКа. Полицию, да. Товарищ полицейский. Товарищ полицейский, можно вас пригласить? Ты снимаешь? А что ты не снимаешь? Товарищ полицейский. Кондратенко Дмитрий Викторович. Хорошо. Кандидат в Московскую областную думу. Я не слышу. Не, ну кто-то за вас готовил зарегистрировать? Ну, работаете только, больше не какой-то опечатанный. Абсолютно не соответствует никаким нормам. Ой, нет, я не боюсь. Да. После того, как всех замерили температуру, просим вас замерить температуру в том числе. А, нет, вы ни у кого не замеряли, что это такое? Можно вашу температуру замерить, пожалуйста, либо покиньте участок. Что это за провокация? Кто вы такой? В смысле, я член комиссии. Нет, врач. Пожалуйста, где, предоставьте где рабочему термометру замерить температуру. Где ваша инструкция, что вы должны у прессы мерить температуру? У всех, кто здесь находится, делайте контрольный замер температуры раз в час. Вы находитесь более часа. Вы не делали, ни у кого я не видел. Ты не снял просто. Так, вот не у вас надо температура это... 37,8. Ага. Покиньте, пожалуйста, помещение. Серьезно? Вы выходите? Вы чем занимаетесь? Это что за все, работа закончилась. Я ничем не занимаюсь. Я занимаюсь тем, что проверю. Вы пытаетесь препятствовать, чтобы я не увидел, как опечатается. А кто тебе мешает? Смотри. Вы мешаете. Все, увидел? Все, закрыт. Все, сейф опечатал. Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Вы смотрите. Можно я как-то это увижу? Вы это сняли, молодой. Меня снимайте, я красивая. Слушайте. Чего? Чего? Я не буду в камеру. Гражданин полицейский, почему мне не дают снять? Давай, я сотрудник сейф прессы. Опечатан. Сейф опечатан. Посмотри все, своими глазами, пожалуйста. Да. То, что сейф опечатан. Все, увидел, убедился. Да, пожалуйста, покиньте помещение. Сейф опечатан.